Во время Ливано-Израильской войны ряд исследователей провели эксперимент, в ходе которого группу людей обучали способности ощущать мир внутри себя. Специально назначенное время этих людей забрасывали в истерзанные войной регионы Ближнего Востока. И когда они посреди всего этого кошмара преисполнялись чувством мира, террористические действия прекращались. Преступления против мирных жителей шли на спад. Количество пострадавших, доставляемых в госпиталь, и число дорожных происшествий уменьшалось. Когда же эти люди переставали сосредотачиваться на переживании мира, все возвращалось на круги своя. Такие исследования подтвердили ранее сделанные открытия. Когда даже небольшой процент населения обретал внутреннее состояние мира и покоя, это состояние отражается в окружающем мире. Исследователи смогли высчитать количество людей с чувством мира в душе, которое требуется для того, чтобы это состояние отразилось на окружающем мире. Например, для города с миллионным населением требовалось бы примерно 100 человек, а для региона с населением 6 миллиардов оно составило бы меньше 8 тысяч человек. Формула учитывает лишь тот минимум людей, который необходим для того, чтобы начать процесс оздоровления мира. Чем больше количество людей охвачено чувством мира, тем быстрее возникает нужный эффект. Это исследование получило название международного проекта «Мира на Ближнем Востоке». А его результаты опубликовал журнал «Разрешение конфликтов» 1988 года. Мироздание держится на людях, у которых любовь и мир в душе. Это костяк, основа организма цивилизации. Они не жалуются, не осуждают несовершенство мира, не презирают матрицу-систему, не призывают из нее выходить. Они просто спокойно делают свои дела, украшают свою жизнь на благо самим себе. Иногда даже не задумываясь о том, что их личная благополучная жизнь спасает этот мир от разрушения. Точно так же устроен организм человека. Стволовые клетки, стволовое тело, биополе, душа – это основа жизни. Их мало, но они в тельняшках. Сохраняйте внутри себя состояние мира и покоя. Это отражается на то, что происходит вокруг вас.